Простое и сытное блюдо на скорую руку. Можно подать самостоятельно или в качестве гарнира. Берите на заметку рецепт. Приготовить гречку с брынзой очень просто, рецепт на скорую руку и не отнимет много времени. По желанию в блюдо можно добавить любые сезонные овощи для более насыщенного вкуса и яркого аромата. Гречку не обязательно отваривать заранее, можно использовать остатки от вчерашнего ужина. Попробуйте. Крупа гречневая, 100 грамм. Брынза 250 грамм. Яйца 1 штука. Растительное масло 3 столовые ложки. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Количество порций 4-6. Подготовьте все ингредиенты. Для начала отварите гречку. Пропорция гречневой крупы и воды 1-2 соответственно. Лук нарежьте кубиками, обжарьте и переложите в глубокую тарелку. Брынзу раскрошите руками и добавьте к луку. Добавьте яйцо, черный молотый перец и соль по вкусу. С солью не переборщите, по желанию ее и вовсе можно не добавлять, так как брынза сама по себе уже соленая. Все перемешайте. Переложите гречку в сковороду, добавьте брынзу с луком и яйцом. Все перемешайте и прогрейте в течение 5 минут. Гречка с брынзой готова. Приятного аппетита!